Всем привет! В этом видео я расскажу, как отключить автоматическую перезагрузку в операционной системе Windows, что может быть причиной такой перезагрузки и как решить такую проблему. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Одной из самых неприятных ситуаций при работе за компьютером может быть внезапная перезагрузка системы во время работы. Причин такой перезагрузки есть множество, начиная от неправильной настройки и заканчивания неисправной его аппаратной частью. Если это происходит во время загрузки компьютера, это может быть конфликт оборудования. Сбои функциональности оборудования могут быть причиной регулярных перезагрузок компьютера при включении, особенно когда было установлено новое оборудование. При несоответствии или неисправности оборудования система на это реагирует незамедлительно, и компьютер самопроизвольно перезагружается, пытаясь таким способом решить эту проблему. В таком случае проверьте свое оборудование. Нарушение питания. Еще одна из проблем постоянных перезагрузок. Нарушение работоспособности блока питания может как раз быть и причиной таких перезагрузок. Его также стоит проверить. Перегрев. Еще одна из причин внезапной перезагрузки компьютера. Это может быть неисправный вентилятор, засорение системы охлаждения, засохшая термопаста, которая находится между процессором и радиатором охлаждения. Проверить компьютер на перегрев можно с помощью программы AIDA64. У нас на канале есть видео, как это сделать. Ссылка в описании. Неисправность оперативной памяти тоже может влиять на перезагрузку системы. Если у вас стоит несколько плат, попытайтесь отключить их по очереди и проверить свой компьютер. Или же попробуйте установить ее в другой слот, если это возможно. Неисправность жесткого диска, материнской платы, графического модуля и других комплектующих тоже может быть причиной циклических перезагрузок системы. Вредоносное программное обеспечение. Еще одна из причин подобных перезагрузок. Если это случилось после установки какой-то программы, попробуйте проверить ПК на вирусы. Как бороться с вирусами, смотрите в другом нашем видео. Ссылка будет в описании. А в Windows 10 одной из причин перезагрузки операционной системы может быть автоматическая перезагрузка для установки обновлений. Это может происходить как во время работы за компьютером, он перезагружается для установки обновлений, так и если вы, к примеру, отлучились от него на некоторое время. Итак, как же отключить такую перезагрузку? Есть несколько способов это сделать. Первый из способов не отключает ее, а позволяет лишь настроить время, когда это будет происходить. Для этого зайдите в параметры и откройте обновление безопасность. В разделе «Центр обновления Windows» можно настроить параметры обновления и перезапуска. Здесь вы сможете изменить период активности, установить период, в течение которого компьютер не будет перезагружаться. Параметры перезапуска. Эта настройка активна только если обновления уже загружены и перезапуск запланирован. С помощью этой опции вы можете изменить запланированное время автоматической перезагрузки для установки обновлений. А вот этот способ позволяет полностью отключить автоматическую перезагрузку Windows. Сделать это можно с помощью редактора локальной групповой политики. Чтобы запустить ее, откройте окно «Выполнить» с сочетанием клавиш Windows плюс R и в открывшемся окне введите gpedit.msc. Затем перейдите по пути «Конфигурация компьютера», «Административные шаблоны», «Компоненты Windows», «Центр обновления Windows». Здесь откройте параметр «Не выполнять автоматическую перезагрузку при автоматической установке обновлений, если в системе работают пользователи». Установите значение для этого параметра «Включено» и примените настройки. А параметру «Всегда автоматически перезагружаться в запланированное время» установите значение «Отключено». В результате Windows 10 не будет автоматически перезагружаться, если есть пользователи, которые вошли в систему. Если ваша версия операционной системы не имеет редактора локальной групповой политики, это можно выполнить в редакторе реестра. Для его запуска в окне «Выполнить» введите «RecEdit», перейдите по пути HK Local Machine, Software, Policies, Microsoft, Windows, Windows Update, AU.
Если такие папки отсутствуют, создайте их, нажав на нужном разделе правой кнопкой мыши и выбрав «Создать раздел». В этом разделе создайте параметр DWORD и присвойте ему имя NoAutoReboot with LogAdOnUsers, а затем задайте ему значение 1. Изменения должны вступить в силу без перезагрузки компьютера, но все же лучше будет его перезагрузить. Еще один способ отключить перезапуск Windows 10 после установки обновлений – использовать планировщик заданий. Для этого в окне «Выполнить» введите Ctrl Shift Tasks. В открывшемся окне перейдите в папку «Библиотека планировщика заданий», «Microsoft», «Windows». Update Orchestrator. Здесь кликните правой кнопкой мыши по Reboot и выберите «Отключить». В дальнейшем автоматическая перезагрузка для установки обновлений происходить не будет. При этом обновления будут устанавливаться при перезагрузке компьютера вручную. На данный момент это все способы отключения автоматической перезагрузки при обновлениях Windows 10. Но думаю, их достаточно, если такое поведение системы доставляет вам неудобства. С обновлением к версии Windows 17.09 значительно участились такие перезагрузки. Как посмотреть информацию о своем компьютере, смотрите в другом нашем видео, ссылка в описании. Если вы используете данную версию, попробуйте отключить функцию быстрой загрузки. Для этого зайдите в «Параметры», «Система», «Питание и спящий режим», «Дополнительные параметры питания». Затем откройте «Действие кнопок питания». Здесь сначала нажмите «Изменение параметров», которые сейчас доступны, чтобы эти отметки стали активными. И снимите ее напротив «Включить быстрый запуск». Сохраните изменения и перезагрузите компьютер. Такие перезагрузки могут возникать в компьютерах на базе AMD и Xeon. Если вы являетесь счастливым обладателем такого ПК, попробуйте этот способ, или попытайтесь обновить, или откатить его на другую версию. Как сделать откат системы? У нас на канале есть отдельное видео, ссылка в описании. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.